Всем привет! Немецкий производитель Артема хорошо известен нам своими моделями защиты шеи. Но этими они не ограничиваются и выпускают вот такую защиту спины Артема Orta Max Lite. Lite, потому что это облегченная версия, есть еще и более защищенная. Предназначена она для защиты позвоночника и подходит для многих видов спорта, от лыж до мотокросса. В основе здесь трехслойная пена и, как заявляет производитель, с эффектом памяти. Ну, я так понимаю, что она, скорее всего, просто обомнется по вашему телу, ну, то есть ее, видимо, так или так, зависит уже от ваших изгибов. Вот здесь мы можем наблюдать ту самую пену. Пена имеет отверстие вентиляции, то есть вот здесь на всех трех слоях. И поверх у нас получается натянута вот такая сетка, также вентилируемая, чтобы не было сильно жарко. Фиксируется она тремя ремешками, то есть здесь получается два по бокам сверху, то есть как рюкзак, лямки, и пояс, то есть который вы утягиваете вот здесь вот на уровне пояса. Пояс, кстати говоря, регулируется, то есть вот здесь он на липучке, и если нужно его опустить пониже или поднять, вы можете его зафиксировать как раз в том положении, в котором будет вам удобно. Вот так это выглядит на человеке. Вот лямочки и вот пояс, который фиксирует, собственно, нашу спину. Сзади это выглядит вот так. И защита у нас идет, ну, можно сказать, от шеи аж до самого копчика. Она мягкая и гибкая, что добавляет удобства и, в принципе, ну, вообще не сковывает никак движение. Вот эти ремешки, кстати, регулируются, то есть по-всякому можно под себя подогнать, они очень сильно тянутся. То есть здесь как сверху, так, вот как, точнее, как снизу, так и сверху, вот они тоже, можно все это под себя подогнать. По размерам, кстати говоря, они выпускаются в 7 размерах, от 2XS до 2XL. То есть, в принципе, можно подобрать там под любого человека, под ребенка с ростом в метр, либо под большого дядьку с ростом 2 метра. Вообще, Артема дорогой, но очень качественный бренд. Ну а конкретное наличие и цены, как всегда, можно посмотреть, перейдя по ссылке в описании. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.